Ну что ж, первые сутки новых серверов в Ниволде. Это сервер, получается, Гавайен, самый первый. Я попушил прям со старта, вот у меня 27-й. Поспал, проснулся и вот опять пошел, ну то есть первые сутки еще. Сервер с задержкой стартовал, он вроде в 7 вечера должен был стартовать сервер. В итоге стартовал во сколько там, где-то 8, плюс пока я в очереди стоял. Где-то 2600 игроков, по-моему, было в очереди, насколько я помню. Но сегодня, вот как я встал, днем вошел, уже очереди не было. Много тут турков, в основном, ну, как обычно, немцев много, англоязычных, и турков много вот на этом сервере. В 60-х, конечно, никого нет еще. А так, в общем, вот Morning Dale уже захватили, держат. Клан Logout. Blackwater. Клан Fresh Grills. Они прям с самого старта уже набирали. То есть буквально там... Я только вошел в игру, да? Уже набирали. То есть у них план уже был там на захват локаций. Они, может быть, даже уже до старта между кланами делили. Где чей город будет. Выбрал перчатку... Короче, я хотел перчатку льда и посох огня, а потом решил перчатку хаоса. Все-таки попробовать перчатку пустоты. Потому что я год назад играл на старте игры, и тогда еще перчатки хаоса не было. Ну, точнее, вот, перчатки пустоты, или как они там перевели. Поэтому мне было интересно вот поиграть таким сетапом. На самом деле, у нее есть миличный скилл первый, то есть она позволяет как клинком бить. Поэтому я не вижу смысла в другом оружии. То есть перчатка пустоты, она полностью самостоятельна. Она и как дальнее оружие, и как оружие ближнего боя. Есть много чего делать в этой игре. То есть и профы качать пока что, и сюжетку делать. Я пытаюсь как-то совмещать. Посмотрим, до 60-го я дойду. Когда я на старте играл, я где-то месяц отыграл и все, то есть там дальше делать было нечего. Ну, тут посмотрим. Я как бы год не играл. Не знаю, что они тут вели. Логинг я пока скипаю, да, вырубку не буду качать, не вижу особого смысла. Вот травничество, майнинг и скиннинг буду подкачивать. У меня есть споты мои. Но я пока сюжет в основном делаю, потом буду споты подкачивать. Я, наверное, еще отдельное видео потом сделаю по добыче голды. Как я год назад голды зарабатывал, так сейчас. Пока что по мелочам там на лук укладываю что-то. Я инструменты зеленые скрафтил. Нож для скиннинга я зеленый сделал. Второго тира зеленый. Но его не покупают за 300 голды. В целом сетап, вот он, перчатка льда, которой я по сути не пользуюсь, в перчатках Void Gauntlet. Легкий сетап у меня, но я в тяжелом точно не буду бегать, то есть либо в среднем, либо в легком. Легкий это на макс урон и на перекаты. Но я на самом деле не вижу там большого разрыва, что между средним, что между легким сетапом. Сет, кстати, бесплатный, если кто не знал. Можно бесплатный сет вот такой забрать. Это не донатный. Правда, так он себе выглядит, ну. Такой гладиатор, типа. Точнее, этот. Как легионер. Я думал ювелиркой заняться. Ну, пока я особо ничего не делал, но думал ювелиркой заняться. Год назад я аркану делал. На аркане пытался зарабатывать. То есть молты. Вот эти вот молты перерабатывать. Виспы. Ну, тут посмотрим. Сейчас еще цены устаканятся на аукционе. Потому что, по сути, даже инструментов ни у кого нет пятых. Наверное, даже четвертых инструментов ни у кого нет. Возможно. Вот поэтому цена на инструменты тоже неоднозначная сейчас. Пока что в Эверфолле сюжетку доделываю.
очень быстро прокачивается уровень. То есть у меня, к слову, сюжетка 23-го, а я уже 27-го. Что, кстати, неплохо, я думаю, выше среднего. Потому что как бы первые сутки только кача. То есть первые сутки старта. Ну я вот в Ковенант не вступал. Не вижу пока особого смысла. Я все равно навряд ли буду в PvP режиме бегать. Вот. Также покажу. Ну, а из перчатка, которой я особо не пользуюсь. Void Gauntlet, вот он. И вот мои трейд скиллы. Как-то так первые сутки проходят. Буду держать в курсе.